На свой 62-й день рождения Печора получила приятный подарок – лыжную базу с превосходной трассой. После торжественного перерезания красной ленточки лыжники во главе с Василием Торлоповым поспешили на трассу. Сигнальный выстрел дал старт пробному забегу 15 лыжников. Среди них воспитанники детской и юношеской спортивной школы. Восьмикласснику Алексею Пташникову не часто удается встать на лыжи. Трасса в Сосновом Бору далековато от дома. Надеется, теперь ситуация изменится. Я много могу пробежать, выносливость у меня развита хорошо. Там крутые спуски огромные, хорошо очень. Скользят лыжи хорошо тоже. 2 года назад руководство города решило напомнить всем о былой славе Печоры как центра лыжного спорта. Это стало возможным благодаря реализации проекта партии «Единая Россия» по строительству спортивных сооружений. Подрядчиком выступила организация «Сплав Плюс», которая разработала проект базы. Из бюджета были выделены соответствующие средства. Я всех поздравляю с этим событием. Очень хочется, чтобы подобных объектов мы открывали каждый день. И тогда мы все будем улыбаться и гордиться нашей Печорой. Спасибо. Николай Терентьев взрастил не одно поколение спортсменов. Многие его подопечные – чемпионы городских и республиканских соревнований. Главная гордость – Иван Бабиков, участник Олимпиады в Турине. По словам Николая Александровича, потенциал у печорских ребят есть. Но чтобы воспитать чемпиона, нужны условия. Строительство лыжной базы решит эту проблему. Тренировки у нас хороший круг здесь пересеченный. Подъемы, спуски – это... В городе, в речной части у нас равнина, там ничего не как бы, ну, результата такого особо не добьешься, а тут, надеюсь, результат должен быть. Уже 19 января лыжная база открыла печерцам свои двери. С утра до вечера в распоряжении лыжников освещенная трасса, а также теплое и уютное помещение. Здесь есть тренерская комната отдыха, раздевалка с удобными шкафчиками. Прокатная база пока еще отсутствует, но она, безусловно, будет. Это прокатная база. И тут для семейного отдыха, видимо, будет оборудовано тоже и горки, возможно, детские. Но это в будущем, конечно. Новая лыжная трасса соответствует установленным стандартам и сертифицирована. Теперь появилась возможность горожанам проводить с пользой свой досуг, а еще организовывать в городе соревнования самого высокого уровня.